Участие в конкурсе могут принять работники санаторно-курортной отрасли, а также кемпинги, пляжи, санатории и другие средства размещения. Заявки на участие принимаются в срок по 14 июля 2017 года. Необходимо подготовить заявку в письменном виде. Форма анкет, заявление и список документов, необходимых для формирования заявки, а также порядок их подачи можно найти на главной странице официального сайта Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края по баннеру «Курорт на Олимп-2017».